Всем привет, тут строго 16+. Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится. Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Вот елки, забыла отдать открытку. Телефон молчит.
Папочка! Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки рядом. Агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Что это было? О, боже! Что происходит? Его телефон. Восемь звонков. Где тебя носит? Позвони мне. Иду. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда. Скорей. Джейми! Это же... Джейми! Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Господи, ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Давай, детка. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Заразу, Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. В округ Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы Разве в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю, и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей Остановите! Тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь.
плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Ну, можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ё-моё! Разворачивайся! Господи! Томми! Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Это... сворачивай давай! Нет, 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 нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. А! О, нет. А! Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Сзади тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Папа? Эй! Пап! А? Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Папа, мне страшно. Сара, не смотри. Ладно. Смотри только на меня. Мы выберемся. Обещаю. Пришли, малыш. Иди вперед! Найди выход! Пошли! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Почти пришли. Папа! Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт!
Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон.
Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй! Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Где Марк? Не знаешь? Его поймали с фальшивыми талонами. О боже, и что с ним сделали? А как ты думаешь? Избили до полусмерти. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Поезжай! Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, Марк! Закрываем! Цыгане! Привет! Джоэл, сваливаем отсюда. Джоэл, уходим, давай. Гребаные цыгане. Похоже, внимание! Все чисто. Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно повернуть его открытие. Твою мать! Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Это мы. Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся.
Ну, ковбой, подсади меня. Не подсадишь? Готов? Да, мэм. Руку. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Есть. Супер, тащи. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли. Впереди, слышишь? Что будешь делать?
это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Кислород. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Прикрой вход. Ладно. Доска упала. Будь другом, а? Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Все, залезай и пошли. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Пригодятся. Ну, малыш. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эй, как делишки? Говорят, не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Не сейчас. Понял? Потерплю. Только не надо злиться. Ронал, купи. Пэс, нам нужны. Давай, его по полной. Удар по твой. Что это за херня? Блокируй удары. Ну, нападай ему. Ты куда попёрся? Победила. Ты
Малик, все это на месте. Ну, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Лупи! Иди. Давай, Сарал, попробуй продумать. Давай, вот, ломи ему в табло. Помочи его. Чего разлёгся? Старый знакомый, не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Я прикрою. Да. Займись ими. Тебе хана! Молодец, ковбой. Хм, ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Ну-ка. Дай руку. Иди сюда. Снова люди Роберта. Да, откуда их вижу? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Я был тут, на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага. Поставили к стенке и бац, бац, бац. Всех перестреляли. Давай осмотримся.
перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? Кем он сегодня останется? Слышишь что-нибудь? Слышь, вроде было где-то здесь. Черт! Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Давайте по-тихому. Их тут полно. Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Я лучше здесь останусь.
Ну что? О, черт! Уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Ты слышал? Смотри в оба, брат! Давайте по-тихому. Их тут полно. В этом офисе. Пошли. Назад! А ну назад! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Роберт! Сюда! Почти взяли! Домой! Привет, Роберт. Тесс. Джоэл, мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт! Черт!
Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого я пушки? Не могу. Дайте пару дней. Черт! Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. За дверью! Нужно уходить. Быстро. Пусти его. Хочешь сделку? Пошли. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли.
Нужно добраться до двери. Этот мой. Вы кругом обойдите. Так не щелкай клювом. Плевать. Эй, ты слышал? Быть начеку. Туда и дорога. Сзади! Прикрой меня! Сегодня их много. Черт, это же Уоррен. Прощай, друг. Скорее на сюда. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко.